Пожар в Мурманском областном драматическом театре. Сегодня утром пламя вспыхнуло в помещении художественной мастерской на 5-м этаже здания. Пожару сразу же был присвоен 2-й повышенный номер сложности. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров. К моменту возгорания в здании находилось 2 человека – охранник и сторож. Никто из них не пострадал. 8 пожарных отделений боролись с огнем. Несмотря на то, что помещение выгорело полностью, пожарные утверждают, удалось отделаться малой кровью. В драмтеатре у нас есть противопожарная система защиты, она сработала. То есть и непосредственно благодаря ей в основном то есть, не дало распространения огня дальше по помещениям. Ну и, конечно, в первую очередь действия первого прибывшего пожарного подразделения.